Всем привет! Мы находимся в Сырецком парке, около детской железной дороги, в городе Киеве. Сегодня праздник всех детей. Поэтому всех детей поздравляем с Днем Ребенка. Покажем, какие мероприятия проходят в нашем парке. Вот направляемся к вокзалу детской железной дороги. А на площади перед вокзалом сейчас проходит конкурс рисунков на асфальте. Каждому выделили по квадрату. И ребята рисуют свои мечты, надежды. Раздали мелки детям, расчертили квадраты, и ребята рисуют, и потом всех отметят подарочками. Это смена какая-то. Смена один. Смена два. Это наш помощь. Наверное, три смены по... Также возле вокзала есть детская площадка, которая никогда не пустует. Ребята приходят с родителями и отдыхают, катаются, веселятся, лазят. Детворе очень нравится. Вот так выглядит перрон, куда прибывает состав с пассажирами. Сейчас он как раз в рейсе. Скоро приедет. На электронном табло мы видим время отправления, прибытия и поздравления с Днем Захисту Дитини. Тут расписание движения поездов. И вот так выглядит сам вокзал. Руководители юных железнодорожников, администрация, информация о детской железной дороге. Ребята занимаются здесь с удовольствием. Осуществляют движение поездов, прибытие. Также в здании есть музей железной дороги, детской железной дороги. Сегодня можно пройти и ознакомиться с экспозицией. В 12:30 будет следующий заезд. Ребят, форма красивая. Выход здесь на две стороны. Вот так выглядит маршрут, по которому следует поезд. И все обслуживание ведут ребята под руководством, конечно же, взрослых наставников.
приходите, посещайте детскую железную дорогу в городе Киеве. И музей. Сегодня в парке слышен детский смех. Дети гуляют здесь с удовольствием. Возле вокзала вот такая стела с указателем расстояние от Киева в километрах всех городов Украины. А теперь прогуляемся с вами по тенистым зеленым аллеям самого парка, который так любят местные жители и гости столицы. Здесь продумано все до мелочей. Дорожки для прогулок, есть сцена, где проходят показ кинофильмов, тренировки роллистов, скейтбордистов. Вот вдалеке справа. Слева множество беседок, лавочек вдоль аллей. И мы сейчас направляемся к фонтану. Можно пройти по ровной аллее, а можно по волнистой аллейке. И выйдем к красивенному фонтану в Сырецком парке. Погода замечательная, светит солнышко. Малыши катаются на самокатах, на велосипедах. Сейчас утреннее время, пока еще до обеда далеко. Тихий час с 2 часов у ребят, поэтому все сейчас на прогулке. Вот уже за деревьями мы видим струйки воды. Только что-то музыка не включена. Но все равно фонтан красиво выглядит. А в теплое время, жаркое, ребята любят раздеваться и бегать между струйками воды. По кругу стоят лавочки. Рядом киоск с напитками. Кофе, чай, мороженое, печенье. Экстремалы. Пробежать между струйками и не намочиться. Успей пробежаться. А, Танюка! Ждем детей! Еще не убрали арку с пасхальных мероприятий. Зайчики тут стоят. Ну, их никто не сломал. Ребята любят ходить вокруг них,
трогать их за уши, за носы. Вот такая арка с зайцами. Сейчас пройдем дальше по аллейке. Вот продолжаем прогулку по Сырецкому парку. И вот такая зона бонсайная в японском стиле. Высажены цветочки с двух сторон. Такая тропинка, мостик. Будет водоем здесь искусственный. До конца еще не сделали. Проходим по мостику. Можно пройти, полюбоваться растениями. Ну, это поезд едет вдалеке. Вон там, за деревьями. Сейчас прибывает как раз на вокзал. Меняются пассажиры. Одни выходят, другие совершают посадку. И опять в путь вокруг Сырецкого парка. Так что всех приглашаем на прогулку, на отдых в Сырецкий парк. Ориентир — станция метро Дорогожичи. А рядом также можно увидеть спортивную зону. Здесь площадка тренажеров, которая тоже никогда не пустует. А на заднем плане баскетбольная площадка, футбольная площадка и для силовых упражнений. Турниры, всевозможные тренажеры. Главное не лениться. Приходите. Все открыто круглосуточно. Вот Аня, недолго думая, решила потренироваться. Иногда бывает очередь на любимый тренажер. Вот так. Так что, Аня, надо начинать. Утром вставать. Даже дети постарше любят занять качельки и покататься, вспомнить свое детство. А так ничто никогда не пустует. Дальше проходим памятник мячу. Вот такой мяч здесь установили. По кругу цветочки высадили. Здесь стенд обозначения, где что находится в Сырецком парке, правила посещения. В общем, вся информация. И даже история Сырецкого парка, детской железной дороги с фотографиями. Очень интересно ознакомиться. Так, по парку ходят охранники.
или как это, полицейские, отряд Варта, которые следят за чистотой, порядком. На этом, о, поезд едет. Сейчас я вам покажу поближе. Не успею вот сюда бежать. Сейчас поезд едет, едет. Вот здесь получается край парка. По краю проложена колея детского. Еще интересная изюминка Средского парка – это зона веревочного парка. Сейчас подойдем поближе. В летний период постоянно здесь есть желающие полазить. Зона для трех уровней. Для маленьких, для подростков и для взрослых. И с каждым годом эта зона расширяется. Различные маршруты, информация, веревочный парк. Интересная находка. Активная страна. Вот такие расценки. По трассам 5 трасс сложности. Есть инструктора, которые все расскажут, снаряжением снабдят. И вперед на высоту. Там для взрослых. Кого заинтересовало, приходите, пробуйте свои силы на высоте. Рядом стоит два огромных батута и вот такой центр для детей под крышей. Приходишь, платишь за время, и ребенок лазит, там катается с горки. Там мячики есть, бассейн с мячиками. Детвора здесь никогда не скучает. Вот сколько желающих. Разулись. И в носках вперед. Ну, довольно большая территория. Аня была маленькая, тоже очень любила лазить в такой. Мы в Донецке ходили в Фунтуру, где пропадали в выходные. Вот мы с вами дошли до этого края парка. Дальше идут жилые дома.
такая техника может проехать по парку в сопровождении рабочих парка, которые следят за чистотой. В принципе, урн много в парке. О, здесь... А, это я думала купить, а это нет. Можно купить мороженое, пирожное, кофе, чай, печенье, бутерброд. Кто проголодался, подходят и подкрепляются. Возле деревьев вот такие столики, чтобы деревья не уничтожали. Прикрепили вокруг дерева. Подошел, расположился, перекусил, посмотрел телевизор и пошел дальше гулять. Если по дорожке идти, проходя через парк на этот край, вот сюда, там получается, находятся две специализированных школы. Одна школа музыкальная с интернатом, а другая школа художественная, где дети занимаются, я не знаю, или с первого, или с пятого класса. То есть у них там усилено в одной школе музыкальные предметы, всевозможные инструменты, в общем, разные отделения. И школа, школьные предметы. А рядом, через дорогу, специализированная школа художественная, где каждый день у них очень много предметов по рисунку. А на этом краю парка станция называется Вишенка. Уходи. И как раз поезд подъезжает на эту станцию с включенными фарами. Это маленький мини-переезд. Будьте осторожны. Вагон есть и обычный. Вот теперь мы идем по удаленной аллейке от центральной. Здесь в основном прогуливаются с колясками, когда малыши спят. В парке очень много белок. Вот так стучат орешком об орешек. Белка прибегает, ничего не боится. И хватает. А чего мы не взяли орешки? У нас же есть орехи. Мы забыли взять орешки. Здесь гуляют с собаками. Вот именно по этой дороге разрешено гулять с собаками. На других стоят ограничения, что выгул собак запрещен. Здесь стоят мусорные баки для собачьих фекалий, которые надо собирать и выбрасывать. Добросовестные хозяева это делают, но некоторые не придерживаются этого правила. Собак в основном много в утренние часы и в вечерние. А днем, когда хозяева на работе, с собаками можно редко когда кого увидеть. Сейчас подойдем к оврагу, где зимой катаются на санях, тарелках.
Очень быстро все позеленело. Но в этом году весна незаметно прошла, так как была холодная весна, снег долго шел, лежал, дожди. И вот оно, лето пришло. Вот этот овраг. Сейчас вам ближе покажу. В зимнее время здесь засыпано все снегом и катаются на санках. Аня спасает пчелку. Посадила ее на палочку. Покажи мне. Вот, и отнесет ее в травку. Лапка крылышка подживет, и она полетит. Добрый делочек. Делай добрые дела. И о тебе вспомнят. А сейчас мы направляемся на летнюю эстраду. За деревьями еще не видать. Сейчас ближе подойдем. В июне, в июле здесь будет показ кинофильмов. Во сколько? В 19:00, да? Я хочу сказать, короче, немножко разбавить тему. Кто знал вообще, какое было первое видео на Ютубе? Лично я не знала, я только недавно узнала. Оказывается, был видео в Ютубе первое было зоопарка какого-то. Ну, короче, видео зоопарка. Это первое видео на Ютубе. В 2004 году, где-то тогда, было выпущено. Теперь узнаете чуть больше, немножко познавательности в этом видео. Так что YouTube, платформа YouTube еще совсем молодая. Даже 10 лет нет. Четвертый. А, в 2004, извините, уже будет 20 лет. Ну, примерно, я точно не знаю. Примерно. И вот мы дошли. Разговаривая, вам маленькую информацию привнесли, чтобы и пришли. Умнее, как бы. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Или подписан. Ну, вот здесь ребята играют в мяч, стоят самокаты, велосипеды. Ролистов сейчас нет. И вот такая сцена для выступления. Здесь идеально ровная площадка. А, вон девочка одевает ролики. Сейчас будет учиться. Первые шаги. Вот здесь собак много утром. Они встречаются, общаются, играют. Мы сделали круг по парку и снова возвращаемся к вокзалу детской железной дороги. Вот мы прогулялись по парку советскому, который находится рядом с нашим домом. Поздравили детей с днем ребенка и меня, и Анечку. Юля, Яна, вас тоже. На этом мы заканчиваем наше видео. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Будьте вместе с нами.
До скорых! Вам это не сложно, а нам приятно. Пока!